Записаться в ряды гвардейцев может любой желающий в возрасте от 18 до 50 лет. В Одесский пункт добровольцев приходит много, но большинство из них не подходят по возрасту. На сегодняшний день заявили о своем желании служить Родине свыше 80 человек. С патриотических побуждений готовы принести пользу на любых должностях, в любой роли. То есть люди не могут в этот момент просто безучастными быть. Зачисляют добровольцев либо сразу на службу по контракту, либо в резерв гвардии. В последнем случае направят на двухнедельную подготовку, после чего гвардеец числится резервистом, подлежащим мобилизации во время военного или чрезвычайного положения. По организационно-правовому статусу Национальная гвардия основана на базе внутренних войск, но действовать будет самостоятельно. Мишель Арманд, Алексей Очаковский, Думская ТВ.